Да ведут они меня, да ведут они меня, приведут они на гору, на святую твою, в обители твои. Пошли свет твой и истину твою, да ведут они меня. Приведут они на гору, на святую твою, в обители твои, там, где я руки к небу подниму. Принесу тебе хвалу. Ты меня не покинешь, Иисус, ты меня не оставишь. Руки к небу подниму. Принесу тебе хвалу, ты меня не покинешь, Иисус, ты меня не оставишь. Пошли свет твой, твою, да ведут они меня. Приведут они на гору, на святую твою, в обители твои. Пошли свет твой, истину твою, да ведут они меня, да ведут они меня. Приведут они на гору, на святую твою, в обители твои, там, где я руки к небу подниму.
друзья, что у нас время послания. Сегодня честь огромная для нас встречать здесь пастора Константина. Давай вас встретим. Всегда для нас огромное вообще благословение слышать слово из его сердца. Привез он, как обычно, что-то особенное для нас. Давайте еще раз поаплодируем. Вот. Спасибо. Аминь. На самом деле, это для меня особенное время приезжать сюда к вам, делиться с вами своим переживанием, своими мыслями, откровениями. То есть это, наверное, больше для меня праздник, чем для вас. И еще такое большое для меня благословение сегодня совершать с вами вечерю. Сегодня вечеря, да? И знаете, я верю так, что когда, например, я приезжаю куда-то в какую-нибудь церковь, и я здороваюсь с пастором, я жму ему руку, я пожимаю руку всей его церкви. Когда я совершаю с вами сегодня вечерю, мы совершаем это двумя церквями вместе. Так ведь? Я верю, что это так. Господь объединяет нас. Поэтому для меня это большое благословение, что приехать сюда и с вами вечерять, потому что это объединяет нас всех. Это соединяет нас в одно целое. Слава Богу! Слава Богу! Еще меня порадовало то, что сейчас вышли дети, и столько детей здесь, смотрю, у вас детей тут прям нормально так. Знаете, когда есть дети в церкви, это значит, у церкви есть будущее. Когда в церкви много детей, у церкви есть будущее. И я верю так, что Бог, Он не начинает ничего делать, если это дело не будет иметь продолжения. И когда есть дети в церкви, значит, церковь будет продолжаться. И я верю, что как Бог, это как подтверждение для меня, что эта церковь насаждена Господом, потому что она будет иметь продолжение. Слава Богу! Вообще круто здесь у вас. Красиво так. Интересно. У нас сейчас наш дом молитвы, он в стадии строительства. Ну и как бы сначала мы так радовались, о, стены поставили, крыша есть над головой, слава Богу, радостно так. А сейчас вот зиму прособирались, уже такие стены как бы так уже, как бы не обделаны ничего, ни окон, ни дверей. Так. Вот. Ну сейчас летом будем что-то делать, какую-то красоту вносить, но уже как-то так мрачно стало. Сюда приехал, здесь у вас так красиво, свет, так, обои так. Здорово. Приглашайте почаще. Почаще я буду к вам приезжать отдыхать. Слава Богу. Но, знаете, еще хочу сказать такой момент, который меня так вот радует, так приятно. Не знаю, знаете вы или нет, рассказал вам ваш пастор или нет, но я расскажу, если он не рассказал. Открою вам тайну. Мы вот сейчас с пасторами, с нашими, ну, вот наши миссии все, да, вот Беловы, там, Ленинск, Кемерово, там, западные наши, или как они, западные же, да, миссии наши. Мы решили сделать такой некий подсчет, сколько людей мы обхватываем в воскресенье на воскресном богослужении. И мы так вот подсчитали, прикинули, каждый скинул в группу количество людей, кто был в воскресенье, и потом все это сложили, и знаете, что получилось? У нас тысячная церковь. Слава Богу, да? Ты смотришь на свое собрание, ну, вроде бы так вот маленькое, но когда мы вместе, у нас тысячная церковь, тысячи людей мы обхватываем своими воскресными служениями. Слава Богу за то, что Бог объединяет нас и дает нам возможность распространяться. Мы одна церковь, мы одна семья, на всяком месте мы письмо Христово. Аминь. Слава Богу. И знаете, я когда мы стали как-то скидывать в группу количество, я так смотрю, Ленинск-Кузнецкий, почти 100 человек. Я такой думаю, у меня церковь в два раза старше, но у меня людей в два раза меньше. Я думаю, как так? Это что там за пастор у них, что там Паша делает там, какие пряники он тут печет, что так привлекает людей за такое короткое время, ну такое большое собрание, думаю, что-то он какой-то секрет знает, думаю, надо узнать. И знаете, мне Бог напомнил одну историю, один пастор говорил, ну или как не историю, а такой принцип, он говорит, пастухи овец не размножают, овцы сами плодятся, он их кормит, он о них заботится,
а овцы плодятся. И знаете, мне пришло такое понимание, что это не только его заслуга, это ваша общая заслуга, что вы растете, что вы укрепляетесь, что вы умножаетесь, потому что вы одно целое. Когда каждый, он что-то приносит в Дом Божий, когда каждый, он какую-то ответственность приносит. Давайте мы откроем Ефесянам 4 глава. Смотрите, Ефесянам 4 глава. Там написано, с 11 стиха он там пишет, апостол Павел, он говорит, что одних поставил апостолами, других евангелистами, третьих там учителями, пророками, пасторами. Он поставил разных людей на разные служения. Бог Христос ставит разных людей, одного сюда, другого сюда, третьего сюда. Вот этот тем занимается, вот этот этим занимается, вот этот этим. Но потом в 16 стихе, смотрите, он говорит, он 16, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии в свою меру каждого, при действии в свою меру каждого получает приращение для созидания самого себя в любви. Приращение происходит, когда каждый действует в свою меру. Церковь, она умножается, она растет тогда, когда каждый в свою меру что-то действует, что-то делает, что-то приносит, что-то, ну, какое-то действие совершает. Каждый в свою меру. И я смотрю, церковь вроде такая еще небольшая. Сколько вам лет сейчас? Будет 5 лет. И за такой как бы короткий срок уже 100 человек. Аминь. У нас будет церковь 10-тысячная, да? Аминь. Мы будем расти. И я вижу, что приращение есть. А если есть приращение, то значит есть действие в свою меру каждого из вас. Поэтому это заслуга ваша общая. Пастор молодец, он заботится о вас. Но если не будет рядом плеча, на которое он может опереться, он не будет пастором. Какой бы он красавчик ни был, но если нет рядом человека, который подойдет и скажет, пастор, вот рука моя, ты всегда можешь на меня опереться. Я с тобой, мы вместе, мы будем вместе что-то делать, мы будем вместе действовать. И тогда церковь получает вот это приращение, она созидает саму себя в любви. И я вижу у вас вот этот достойный плод. И я приехал сегодня, чтобы, знаете, не учить вас, не наставлять вас, не назидать и не говорить вам, что сделать. Я приехал сегодня похвалить вас. Я приехал хвалить, я приехал вдохновлять вас и призывать вас хранить вот это то, что вы имеете. Вот это некое единство, вот это некое, вот эти взаимоскрепляющие связи. Когда вы вместе, когда вы одна церковь, одна семья, на всяком месте вы письмо Христово. Это благословение большое. И знаете, Писание говорит там в Откровениях, он говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Держите вот это единство. Вот эта посвященность, что каждый в свою меру, он что-то действует, он какое-то действие совершает. Кто-то занимается реабилитацией, кто-то занимается евангелизацией, кто-то проводит молитвенные собрания, кто-то выходит сюда, свидетельствует, кто-то фотографирует, кто-то слова выводит, кто-то на гитаре играет, кто-то на барабанах. Каждый в свою меру что-то делает. И вот это и есть вот это единство, когда мы разные, но мы все вместе соединяемся в одно целое. И каждый в свою меру что-то действует, и церковь растет и умножается, и церковь будет укрепляться и утверждаться в этом городе. Аминь. И этот город, он будет видеть спасение Божье. Он будет приходить сюда, и здесь люди будут видеть, что да, здесь есть Бог, здесь есть что-то особенное, здесь Господь совершает свое действие. Пусть будет так. Я хочу сегодня хвалить вас. Я как бы не умоляюсь, и поймите только меня правильно, я не умоляю другие церкви, я не умоляю свою церковь, но я хочу вас похвалить. И хочется сказать, как, знаете, говорил Ленин, да, верной дорогой идете, товарищи. Аллилуйя, аллилуйя. Знаете, есть такое выражение, когда мы едины, мы непобедимы. Когда мы едины, мы непобедимы. Иисус сказал, я поставлю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Христос поставил единую церковь,
чтобы церковь была не разрознена. Сегодня так мало этого. Сегодня это такой дефицит, когда в церкви есть вот это единство, есть вот эти взаимоскрепляющие связи, когда среди недели не просто по воскресеньям люди приходят и встречаются раз в неделю, но когда вся неделя она проходит в таком бурном режиме, где-то домашние группы, где-то молитвенные служения, где-то какие-то семинары, где-то просто вот в гости ходить, чай пить друг другу. Это тоже хорошо, надо моих тоже там на это наставить. Это важно, это важно, это есть единство. И когда вот мы будем едины, вот так вот объединяться посредством всяких взаимоскрепляющих связей, тогда врата ада никогда не одолеет наше собрание. Аминь. И у нас будет десятитысячная церковь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Я не умоляю другие церкви, которые меньше растут, но я хочу хвалить вас. Хочу хвалить вас и вдохновить вас, чтобы сохранить вот эту слаженность, сохранить вот это единство, чтобы, дабы кто не восхитил вашего венца. Вот мне кажется, в вашей церкви вот это венец, ваше единство, ваше сотрудничество, содружество. Вот такое, как вот мы проходили на «се» слово «синтез», «симбиоз», «симбиоз». Знаете, что такое симбиоз? Это, в общем, вот есть разность, это когда что-то разное, например. Пусть возьмем муж и жена для примера. Они разные. Это девочка, он мальчик, они совершенно разные. И можно, знаете, в разности можно конфликтовать и начать соперничать. Кто прав, кто не прав, можно доказывать, я так вот должно быть правильно, или можно заняться уравниловкой, да, что я вот думаю правильно, а ты все остальные, одно есть, два мнения, одно мое, другое неправильное, да. А есть третий еще выход, это сотрудничество, когда два разных, они объединяются в одно и друг друга дополняют. Когда в церкви много разных людей, но они все друг друга, вот это есть вот это симбиоз вот этот. Объединение. Никогда мы переучиваем, переделываем друг друга, и никогда мы пытаемся соперничать и доказать, кто, а когда мы вместе, когда мы объединяемся. Знаете, я недавно, интересно, слышал такое объяснение одного медика, врача, не знаю, кто он, онколог он или не онколог, просто он врач, и он объясняет не медицинским, а таким простым, обычным языком, что такое рак. Болезнь, заболевание, рак, да? Сегодня это так распространенно. Много людей прям, рак, слышишь, там один умер, там другой умер, третий умер, рак. Очень часто сегодня случается. И вот этот врач, он дал некое такое объяснение, что такое рак, так вот понятными словами, понятным языком. Он говорит, рак – это когда вот организм человека, он состоит из клеток. Знаете, да, биологию все учили. Или там химию, я не знаю, что всякое живое тело, оно, живой организм состоит из множества вот этих маленьких клеток. И каждая клетка, она как бы запрограммирована на определенную функцию. Каждая клетка, она исполняет какую-то свою функциональность, какое-то свое действие. И вот когда все клетки действуют в свою меру, каждый в своей функции свои обязательства исполняет, то тогда организм, он здоров, и он действует, он жизнеспособен, и он совершает какое-то действие. Но иногда бывает так, что какая-то из этих клеток, одна маленькая клеточка в организме, она просто бывает отказывается исполнять то, что, к чему она предназначена. Я не знаю, как это бывает. Может быть, она перестает получать какие-то вот эти сигналы от нервов, там, от мозга. Я не знаю, как это... он не объяснял, но она просто перестает функционировать. Она не умирает. То есть вот чем отличается болезнь от рака, простая болезнь? Простая болезнь, например, когда клетки, они отмирают. Когда ты подышал холодным воздухом, и от переохлаждения горла у тебя начали отмирать какие-то клетки. Они просто умирают. И иммунитет, он отыскивает мертвые клетки, их начинает удалять, да, вот эти всякие там опухоли, гнойники, потом все это удаляют, да, к примеру я говорю, и там насаждаются или как возрождаются новые клетки, и это происходит процесс исцеления, когда такое перерождение. Но чем рак опасен и отличается от других болезней, что эти клетки, они не умирают,
Они остаются живыми, но они перестают действовать и исполнять свою функцию. Они просто идут в бунт в такой против всего организма. Они не соглашаются с действием организма и начинают действовать сами по себе. Я не знаю почему. И потом, через какое-то время, и это незаметно, вот что, в чем опасность, что иммунитет, он не реагирует на это, потому что клетка живая. Она не умерла, она живая, она просто не исполняет свою функцию. И через какое-то время эта клетка начинает заражать другие клетки. Она начинает заражать других, чтобы те не исполняли свою функцию, те отказывались. И вот так вот потом оно распространяется, распространяется. Один одну заразил, другой другую, третий третью, там и вот так вот он еще одну. Туда пошла ветка, сюда пошла ветка. И начинает вот так вот от одной клетки оно начинает распространяться. И потом через какое-то время уже так вот вокруг все это обрастает, вокруг этой клетки, вот этими бесполезными клетками. И эта клетка все равно в конце концов она умирает. Она умирает. И когда она умирает, тогда включается иммунитет, и он реагирует на эту умершую клетку, и человек только тогда начинает понимать, что что-то в организме не так, что-то не то. Этот иммунитет дает сигналы в мозг, в нервы, там, начинает что-то болеть, и человек приходит в больницу, обращается в больницу, и его начинают обследовать, а там уже поздно. Там уже метастазы пошли на все жизненные органы. Метастазы распространяются по всему организму, там в желудок, в печень, там туда-сюда. И вот этим опасен рак, что его сразу не вычислишь. Если сразу его распознать, когда люди сразу быстро обращаются, ну случайно, может быть, узнают, то еще можно сделать операцию и удалить эту клетку, которая пошла в такой некий бунт. И удалить, вырезать этот рак. И люди остаются живые. Но в большинстве случаев это уже, ну, люди обращаются в больницы, когда уже поздно, когда уже метастазы распространились по всему телу, и уже многие жизненно важные органы в организме человека, они поражены вот этим раком, и человек просто умирает. И этот рак, он поедает. Почему говорят, он поедает человека, да? Буквально за месяц, за два рак съел человека, говорят. Потому что вот эти клетки бунтарские, они поедают другие, они пожирают других. Они отравляют, они заражают. И знаете, вот так же в церкви, вот так же в церкви, это реально в церкви, когда церковь, она едина, она один живой организм, и просто какая-то одна клетка, просто какой-то один человек, он сказал, а я не хочу быть, видите, церкви, я просто буду ходить по воскресеньям на собрание. И он ходит, этот человек, в воскресенье, он посещает где-то, может быть, домашние группы, но в свою меру действия не совершает. Это как та раковая клетка, которая вроде бы живая, ты смотришь на него, ну вроде бы живой, ну вроде в воскресенье на собрание ходит, и вроде с Библией даже в руках, и вроде даже помолиться где-то может, и посвидетельствовать иногда выходит. Вроде бы все нормально, но как-то смотришь, как какого-то действия не совершается, какого-то действия не делает. И такой человек, он обязательно будет заражать других рядом с собой. Ну, например, вот если у кого-то есть талант, вот Олег, например, он умеет фотографировать, он умеет что-то заниматься аппаратурой, и он это действует сейчас, ну, в свою меру, но если бы он сказал, а я не буду это делать, мне просто, у меня работа, у меня дела, мне некогда, и он отказался бы исполнять то, к чему его Бог призвал, то пришлось бы кому-то другому делать это. Либо вообще бы никто не делал, либо, может быть, ну, кто-то не смог бы сегодня, например, он бы не снял, не сделал проповедь, не выложил в интернет, кто-то бы остался бы сегодня без слова. Да, вот у вас больная женщина дома, она не может на собрание ходить, но она может посмотреть и получить питание. А так, получается, он бы не сделал. Он, ну, как сказать, заразил другую клетку, та третью. Или, может быть, другой человек посмотрит на него, слушай, ну а что, ну вот Олег же ходит по воскресеньям в церкви, живет нормально, не колется, не пьет, не курит, что семья, ну и я так же буду, мне зачем тогда это надо? А третий тоже так же соблазнился. И вот так вот постепенно-постепенно оно будет размножаться. Ты вроде бы и незаметно, и вроде пастор смотрит, ну живой же, ну в воскресенье же в церкви. Но скольких он уже отравил, сколько от него приткнулись. Но когда Олег, он говорит, а я буду делать, я буду это делать, Бог дал мне этот дар, я буду им служить. И смотришь, какой-то другой человек вот рядом, как зовут? Наташа? Наташа, а я буду ему помогать, я хочу помочь, я хочу тоже в этом участвовать. А кто-то другой смотрит, ой, я бы тоже бы что-то сделал, а кто-то дома заболел,
Слава Господу за Олега и за Наташу, что они вот сняли все это и дали мне возможность послушать Слово Божье сегодня. Да? И вот так вот это, ну, как бы, жизнь организма, она совершается. И знаете, и в чем вот это чудо исцеления от рака? Он говорит, что интересно, что когда Бог людей исцеляет, ну, он, я не знаю, верующий, неверующий этот врач, он говорит, в чем заключается чудо, чего ищут врачи, но не могут достигнуть? Он говорит, в том, что здоровые клетки, когда какая-то клетка, она заражена, поражена вот этим, раковая вот эта клетка, она пошла в бунт, и она пытается заражать другие, но другие клетки, они как бы отторгаются от нее и как бы говорят, а я все равно буду делать то, к чему я призван. Я все равно буду это делать. И они как бы не идут на поводу, но продолжают делать просто то, что они делают. Вот это Божье исцеление. И врачи сегодня ищут вот это лекарство, пытаются сделать вот это, изобрести вот это лекарство, которое будет помогать клеткам продолжать делать то, что они делают, даже если рядом с ней какая-то вот эта пораженная клетка. Не обращать на нее внимания, не заражаться, а продолжать действовать, иметь вот эту функцию. Потому что потом со временем бесполезные клетки рано или поздно все равно умрут. Она умрет, эта клетка, иммунитет ее вытеснит, но важно, чтобы другие продолжали. Но когда этого нет? Когда этого нет? Вот это Божье чудо, вот это Божий план в церкви, чтобы вот мы были вот такие. Да не важно, как там, но кто-то может быть и нет, но мне дал Господь дар, мне дал Господь таланты, я буду ими служить. В свою меру действия каждого получает приращение. Это Божья воля, это Божья сила, чтобы мы действовали, не обращая внимания. Но да, может быть, кто-то где-то как-то, ну, как-то заражен, но я буду продолжать. Это есть воля Божья, чтобы мы не заражались, чтобы мы не поддавались функционировать в теле. И потом эти бунтари, они все равно будут умирать, они все равно будут отваливаться, они все равно будут отдаляться, и иммунитет будет срабатывать и очищать организм от таких, от мертвых, уже омертвелых клеток. Но важно, чтобы на других это не распространилось. И когда есть такое, знаете, что еще опасно, что когда такие клетки заражаются, потом заражают других, и это сразу незаметно. Но потом, когда пастор вдруг видит и начинает осознавать, откуда все это идет, откуда вот это идет заражение. И он как бы, может быть, и даже удаляет. И Писание говорит, что вот этих волков в овечьих шкурах удаляйте, говорит, от церкви. И потом ты начинаешь отдалять, но уже поздно, уже метастазы пошли по всему городу. Уже сплетни, уже какие-то склоки, уже какие-то там группы там создались в Вайбере, уже где-то там в WhatsApp, там в Инстаграме, уже какие-то, а ты знаешь, как этот брат поступил, а ты знаешь, какое слово пастор на проповеди, и начинаются вот эти метастазы, потом ты вроде удаляешь, а уже поздно, уже там метастазов столько, и знаете, порой бывает, что церкви загибаются вот так, на пасторов там всякие какие-то там вот эти, как их, вот эти компроматы собирают, на служителей, за служителями следят, и ищут, чтобы какую-то возможность, лишь бы только их там втоптать в грязь, вот это метастазы вот эти, и это страшно. Я сегодня приехал, чтобы сказать вам, что вы молодцы, у вас церковь растет, и вы действуете каждый в свою меру. Но я хочу призвать вас, храните вот это единство, храните вот это венец, который будет совершать вашу церковь, который будет укреплять ваше. Не как бы не поддавайтесь в какие-то вот эти заботы, хлопоты, но Господь дал мне дар, Господь дал мне талант, Он дал мне возможности, я буду этим служить в церкви. Я буду делать то, к чему я призван, к чему Бог меня призывает. Аминь. Слава Богу. У меня для иллюстрации просто... А давайте мы ролик включим и посмотрим. Не, подожди, давай я тогда свою историю расскажу, и потом ролик мы включим. У меня была в церкви такая однажды история. К нам пришла одна женщина, она с другой церкви, откуда-то с Прокопьевска приехала. И много церквей, ну, в многих церквях была, ну, что-то как-то нигде и не прижилось. И она как-то к нам попала. Она Краснобродская, была в Киселевске, была в Прокопьевске в церквях. А у нас только церковь начиналась, еще такая неукрепленная, так еще все, еще народ, людей мало. И вдруг появляется сестра, давно верующая, и так красиво говорит, прям так Божий одуванчик. И я такой, вау, слава Богу, в нашем полку прибыла.
она пришла на собрание, и я, знаете, ну, как всегда, хочется призывать людей, чтобы они служили. И я, в общем, проповедь там такая была, что, служить там призывал, делиться словом, делиться откровениями. Я призывал сестер, я говорю: сестры, не бойтесь, выходите к кафедре, свидетельствуйте, что сделает Господь, что Господь открывает вам в Писании, о чем прочитали, посвидетельствуйте, расскажите, поделитесь с нами. И как бы, сделал такой акцент на сестер, потому что у меня там одни сестры были вначале, у нас было моя жена и теща, вот церковь наша была, начиная, потом еще там сестры, и получалось так, что у нас было два брата с Димой Рогачевым, и там человек 10 сестер, в общем, вот у нас церковь такая была, и кто служить? Я говорю: сестры, давайте вы хоть служите, нету братьев, что делать? Я говорю: давайте вы. И пришла эта сестра, и я проповедую, я призываю сестер делиться словом, она открывает Библию, и рядом с ней сидит еще одна сестра, которая недавно в церковь пришла, она только-только начинала свой христианский путь, и эта сестра открывает Библию и тыкает пальцем в место, где написано: «Женщина в собрании да молчит». Представляете? Я проповедую, говорю: сестры, выходите служить. А она показывает, ей говорит: видишь, ваш пастор что проповедует. Я сразу-то не видел, мне потом рассказали. Но слава Богу за эту сестру. Она, может быть, была неукрепленная, она, может быть, была еще совсем новичком в христианской жизни. Но она, я не знаю, как она это, где это она взяла, но, может, мудрость свыше на нее сошла. Она говорит: если пастор сказал так делать, я буду делать. И если он не прав, то пусть он сам перед Богом отвечает. Слава Богу за таких сестер, которые не поддаются на вот эти, они говорят: Бог меня призывает, я буду это делать. А ты хочешь – делай, хочешь – не делай, умрешь, иммунитет тебя выдавит. А я не хочу быть раком, я хочу нести исцеление в этот город, я хочу быть благословением для своей церкви, я хочу быть одной церковью, одной семьей, на всяком месте быть письмом Христовым. Аминь. Давайте мы ролик включим. Посмотрим типичный пример от раковой такой клетки. Добрый день. Я хотел бы служить в вашей церкви. Прекрасно. Нам как раз нужна помощь в детской комнате. Нет, только не памперсы. А хотите приветствовать людей у входа? Нет, слишком много улыбаться. У вас есть что-нибудь получше? А преподаватель в воскресной школе? Нет, слишком много работы. А раздача бесплатных супов? Жирноватая работенка. Вы можете предложить что-нибудь такое, что впечатлило бы моих братьев-христиан, чтобы все узнали, что я хожу в церковь. Было бы неплохо, если бы все это мог делать перед телевизором. У вас есть что-нибудь такое? Если вы хотите служить Богу, к сожалению, нет. Мне кажется, вот достойный пример, да? Что-нибудь, Господь призывает тебя, предлагает. Скажи: я пойду. Как помните этот, операция «И», там, ликероводочный, я, песчаный клеток, я. Вот такая церковь будет расти, когда вот все поднимают руку, когда все строим, говорит: я пойду, я сделаю, Господь, ты призываешь, и я буду это совершать. Аминь. Давайте не будем позволять раку проникать в наше тело, не будем позволять вот такой вот зараженности проникать в наши церкви. Чтобы церковь была едина, и она будет непобедима, и врата ада не одолеют ее. И есть несколько инструментов, есть некоторые инструменты, которые помогают нам достигать нашего единства, которые позволяют нам совершать наше единство в церкви. Это есть инструменты, которые зависят от нас. Например, сострадательность, да? Когда мы видим в беде брата, мы сострадаем его, и мы помогаем ему. Это может быть вот прощение, сегодня говорили, да? Мы прощаем какие-то, где-то человек сделал нам зло, мы прощаем, это помогает нам сохранить отношения. Это может быть общение, это может быть дружелюбие, да? Это может быть жертвенность, например, да? Когда мы видим брата в нужде или сестру, и мы как-то жертвуем, поддерживаем. Это есть вот эти взаимоскрепляющие связи, которые зависят от нас, от каждого из нас. И если мы будем их применять, мы будем их исполнять, то это будет помогать нам сохранять это наше единство, наше общение в своих церквях. Но есть еще три
таких инструментов Божьих, которыми Бог совершает единство Церкви. Бог тоже заинтересован в том, чтобы Церковь была едина и непобедима, потому что Церковь – это Божья слава, Церковь – это Божья сила и могущество на этой земле, Церковь – это Божий инструмент, которым Он изменяет этот мир. И Бог заинтересован в том, чтобы Церковь была едина. Я хочу сегодня показать вам три инструмента, которые я для себя принял. Может быть, это не богословское учение, как сегодня кто-то говорил, да простят меня богословы, да? Но я это для себя принял так, и мне это помогает. Я просто хочу поделиться с вами, я верю, что это и вам тоже поможет. Давайте мы откроем Иоанна 17 глава, с 20 стиха. Смотрите, Иисус, Он там говорит о единстве. Он призывает, Он молится за учеников, и Он говорит о единстве. Все ее читали, Иоанна 17 глава, 20 стих. «Не о них же только молю». То есть это перед тем, как Христос, Он пошел на миссию. Это была последняя вечеря с учениками, когда Христос вечерял и потом молился за учеников, и потом сначала о них, а потом говорит, «Не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их». То есть о нас с вами, о нас, достигших сегодняшнего времени, что и те, кто сегодня веруют по словам апостолов, да, через Слово Божье, через Библию. И вот смотрите, дальше давайте прочитаем. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». 22. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». И 23. «Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Смотрите, три стиха, и в каждом стихе трижды Иисус говорит, да будут они едино. Три раза Он повторяет одну и ту же фразу, да будут они едино, да будут они совершены воедино, да будут они едино. Но каждые три раза перед тем, как сказать, да будут едино, Он открывает, говорит некоторые такие, как сказать, такие принципы, через которые это единство будет приходить. И смотрите, 21 стих, давайте мы назад вернемся, 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе». Что значит «Ты во Мне, а Я в Тебе»? Знаете, для меня это, я когда стал размышлять об этом, я увидел, что потом, когда Христос после этой молитвы, Он молился в Гефсиманском саду, и написано, что Он там встал на колени, и Он говорил, «Отче, если можно, пусть минует Меня чаша сия, но не Моя воля, но Твоя да будет». Вот что значит «Ты во Мне, а Я в Тебе». Что их объединяло? Они разные. Отец и Сын – это разные ипостаси, но их объединяла одна воля. Их объединяла одна воля. Когда Сын, Он склонился перед Отцом, и Он говорит, «Я ничего не делаю, если не видел у Отца. Я ничего не говорю, если не слышал у Отца». Это подчинение такое своей воле под волю Отца. И Он говорит, когда... И вот это одна воля, одно действие, одни желания, это объединяет, и это некий такой символ «Ты во Мне, а Я в Тебе». Знаете, когда вот у меня есть Сын, и мы с Ним одно целое только тогда, когда Он говорит, «Отец, как Ты скажешь, так я сделаю». Вот тогда можно сказать, «Я в Нем, а Он во Мне». Когда у нас одна воля, одно желание. И Христос, Он склонился перед Отцом, и Он говорит, «Не Моя воля, но Твоя да будет». И Он говорит, «И вот так вот да будут они едино, в поклонении». Я увидел для себя это, что это поклонение. Когда мы собираемся вместе для того, чтобы склонить свою голову, склонить свои колени, поднять руки и сказать, «Господь, да будет воля Твоя». Мы инструменты поклонения, вот этой песни, мы поем и мы поклоняемся. Может быть, вы замечали, да, когда вот особенно идет поклонение, и левиты поют, и мы поем, поклоняемся, и под музыку особенно как-то дух прикасается к сердцу. И если есть какой-то грех, тебе хочется сокрушаться, ты плачешь и говоришь, «Господи, почему так я так не хочу?» Да? Это редко бывает, когда ты просто идешь по улице, «Ой, на тебя дух сошел, и ты, Господи, помилуй, на колени упал». Такого не бывает. Но когда идет поклонение,
когда идет восхваление, тогда сердце открывается, дух касается, и ты сокрушаешься и говоришь: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет, так или не так». И мы сейчас здесь пели прославление, мы восхваляли Бога, и каждый, знаете, каждый по-своему. Вот если бы убрать музыку и послушать, что вы здесь пели, но Богу не важно, как мы пели, Богу важно, что мы это делали вместе, что мы объединились в этом поклонении. И каждый что-то свое открывал перед Отцом. Каждый что-то свое выносил из своего сердца и говорил: «Господь, не моя воля, но Твоя да будет». Поклонение – первый инструмент, через который Бог объединяет свою церковь. Это совместное поклонение, когда мы вместе поклоняемся Богу. Это не просто слова, это не просто песнопение, но когда мы искренне, да, Иисус говорит: «Отец ищет поклонников в духе и в истине». В духе и в истине, когда мы честно открываемся перед Отцом, когда мы честно говорим Христу: «Христос, я теперь готов, я хочу идти за Тобой», в поклонении, когда мы объединяемся. И Бог, Он совершает свое действие, и Он объединяет нас в нашем поклонении. Помните Давид, у него все псалмы были написаны, не просто так песни так посочиняю, но все его псалмы, они были воплощены в его жизни. Он все, что пел, он это все переживал. И знаете, один проповедник сказал, он говорит: «Никогда верующие так не грешат, как в собрании и общем пении. Мы поем: «Все я отдаю тебе». Ну, что врешь-то? Что врешь, все отдаешь? Загляни в правый карман, в левый карман. Да? Мы говорим: «Господь, я за тобой». Собрание закончилось, бегом домой на работу в воскресенье. «Господь, я Ты, моя жизнь, Ты моя крепость, Ты надежда моя». Пойдем на евангелизацию. «Ой, я не евангелист, я не проповедник». Да? Ну, бывает же так. В песнях говорим одно. Давайте будем, пусть наше поклонение, оно будет в истине. И тогда Господь, Он будет действовать и созидать, и объединять церковь не физически, как мы это делаем через прощение, через любовь, через общение, через отношения, а духовно, духовное единство, вот это таинство, вот это тайное, вот это видимое действие, имеющее тайный духовный смысл, духовную силу, когда Бог объединяет свою церковь. Второй момент, 22 стих. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Славу, которую Ты дал мне, я дал им. Знаете, всегда я вижу, что Божья слава, Божья сила действовала, когда люди молились и постились. Когда Моисей восходил на гору и 40 дней там был на горе, слава Божья сходила на гору. Когда ниневитяне, помните, объединились в посте, оделись во вретище, там, в принципе, Иона, суть это никакой, их пост привел славу Божью и помилование на ниневитян. Когда Исфирь, помните, там, этот там Аман поднялся против евреев, против Мардохея, Исфирь говорит: «Поститесь вместе, давайте мы объединимся вместе в посте и в молитве, и я пойду», и Бог явил славу свою и совершил спасение Израиля. Иисус Христос 40 дней был в пустыне, и через эти 40 дней, когда Он вышел из пустыни, написано, Он вышел в силе Духа Святого. И только тогда Он начал совершать чудеса. Вот эта слава Божья, она опустилась на Него, когда Он прошел через пустыню. Когда мы вместе объединяемся в посте и молитве. Вот я не знаю, вы поститесь, нет, но у нас вот сейчас идет вот этот пасхальный пост. 50 дней мы приняли у себя в церкви. Мы разбили его на недели, 7 седмиц, то есть 7 недель. И у нас каждая неделя, она определенная нужда. Мы первую неделю постились за нашу церковь, вторую неделю мы постились за семьи, третью неделю мы постились за молодежь, четвертую неделю мы постились за зависимости, за наркоманов, за алкоголиков. Сейчас вот пятая неделя завтрашнего дня начинается. Мы будем молиться за личные какие-то нужды, исцеления, какие-то проблемы, какие-то невзгоды в домах своих. Потом шестая неделя будет вот это, за евангелизацию, за наши миссии, за распространение наших церквей мы будем молиться. И седьмая неделя, это будет страстная неделя, там у нас вся неделя будет определенные мероприятия. Но знаете, что важно? Мы это делаем все вместе, всей церковью. И это нас объединяет. Это нас объединяет. И это не про, ну как бы кажется, ну что такого, кто-то ест, кто-то не ест.
Но это Бог объединяет свою церковь и являет славу свою. Когда мы постимся, когда мы молимся, и у нас свидетельство, у нас там, ну, сейчас пост идет, и у нас каждое служение, там свидетельство, там, можно я посвидетельствую, что Бог делал на этой неделе. Люди свидетельствуют, потому что реально Бог что-то делает, потому что мы вместе объединились в посте и молитве. Аминь. 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 Помните в Деяниях, так, а сколько времени? В Деяниях написано, когда Петра посадили в тюрьму, написано, церковь прилежно молилась. Я думаю, это была единая молитва. Прилежность – это значит ответственность. Что каждый на себе чувствовал ответственность. Моя молитва там нужна. И они собрались все вместе в горнице. И молились, и постились о Петре, и пришел ангел и спас. В другом месте написано, что они единодушно начали молиться, и потряслась земля, поколебалась земля на том месте. Когда мы вместе объединяемся в молитве, в посте, Господня слава приходит на Церковь Божью. Аминь. Поэтому я просто рекомендую вам, или как, не знаю, может быть, будете вы это, объединяться в постах. Иисус говорит, если согласятся двое молиться, чего не попросят, дам им. И третье, 23 стих. 23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Я в них, а ты во мне». Что значит «я в них»? Когда мы берем причастие, мы берем хлеб, и мы берем этот сок, и мы принимаем его внутрь себя. Этим по нашей, как веры, это акт веры, это таинство, как, что Христос проникает внутрь нас, и Он растворяется в нашем теле. Он растворяется внутри нас, а в Нем Отец. Вот это есть третий вот этот принцип, третий инструмент единения Церкви Божией, ну, Богом, это вечеря, это причастие. Когда мы вместе, мы берем этот хлеб, мы берем этот сок, как истинную плоть и кровь Иисуса Христа, и мы принимаем ее внутрь себя, это делает нас одним целым. Писание говорит, из одной чаши причащаетесь, от одного хлеба вкушаете. Вы одно целое, вы одно целое. Причастие – это таинство, это такое же таинство, как поклонение, как пост, молитва и причастие. Это три таинства, которые видимые действия имеют некий тайный духовный смысл. Действие Божье через эти инструменты для того, чтобы церковь объединялась. И уже не нашими усилиями, но силой Божьей церковь совершается воедино. И Он говорит, да будут совершены. Там Он говорит, да будут едино. А здесь Он говорит, да будут совершены. То есть как бы такой венец, как завершение такое. Другими словами, мы можем много трудиться, мы можем много искать общения там и все такое, то есть свои вот эти инструменты использовать, но это не будет иметь совершенства. Он говорит, на вашей платформе, на ваших усилиях, на ваших взаимоскрепляющих связях и в действии в каждого в свою меру, я хочу одеть вот этот венец, вот это три вещи, которые совершат наше единство. Аминь. Давайте мы возьмем причастие сейчас. Сейчас братья разнесут вечерю, разнесут причастие, а мы совершим поклонение. Мы сейчас пройдем через все эти... Так, что, помолиться? И мы сейчас пройдем через вот эти три действия. Мы будем сейчас поклоняться. Наши братья... Сестры, поведут нас в поклонении, поведут нас в хвале. И знаете, я хочу вас сейчас попросить, чтобы вы по-настоящему в духе и в истине поклонялись. Просто сейчас открывали свое сердце и говорили, Господь, я посвящаю себя Тебе. И мы возьмем это причастие, мы поклонимся вместе Господу, и потом мы помолимся за это причастие вместе и совершим его. Аминь. И я верю, что будет сильное сегодня действие.